Прошлой весной Land Rover представил новое поколение кроссовера Discovery Sport. Если кузов вышел очень похожим на старый, то платформа оказалась совсем другой. Так, самая доступная модель британской марки переехала на архитектуру PTA от Range Rover Evoque второго поколения. Это позволило снизить шум и вибрации, сделать салон просторнее, плюс обеспечить место для тяговых батарей под полом салона. Но само появление гибрида было отложено на потом. И это потом только что наступило. У Disco Sport появилась бензоэлектрическая версия. Трехцилиндровый турбомотор через восьмиступенчатый автомат iSyn вращает передние колеса, а в приводе задних установлен отдельный электромотор. Под задним диваном упрятана небольшая тяговая батарея на 15 кВт-часов. На чистом электричестве кроссовер может разогнаться до 135 км в час, а заряда аккумулятора должно хватить на 62 км пробега. Паспортный расход топлива выглядит фантастически привлекательным, хотя стоит гибрид достаточно дорого. Еще один минус – такая машина не может быть семиместной. Батарея и электромотор не оставили места для кресел третьего ряда. Логично, что точно такую же начинку получил Range Rover Evoque. Он оказался даже экономичнее, быстрее и дальнобойнее, и заодно дешевле. Заводы концерна Jaguar Land Rover пока не возобновили свою работу, однако пресс-служба компании оптимистично уверяет, что поставки первых экземпляров европейским дилерам должны начаться через 2-3 месяца. Кстати, работа над подзаряжаемым гибридом велась 4 года, так что несколько месяцев вынужденной паузы погоды точно не сделают. Toyota готовится навсегда прекратить выпуск 8-цилиндровых двигателей. Об этом сообщили сразу несколько источников. Бензиновые атмосферники V8 семейства UR сейчас устанавливают на несколько моделей, включая Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570. В течение ближайших 3 лет большинство 8-цилиндровых Toyota и Lexus перейдут на разные модификации турбомотора V6. Первым от производства восьмерок откажется американский завод, а затем его примеру последует японское отделение.